Would you mind? Ты не против? Terribly, если я возьму тебя за руку. Нет, конечно. Айрис, ты так прекрасна. Ты говоришь правду? Да, конечно. Кажется, я влюбился в тебя. Виктор. Глупо, правда? Вовсе нет, милый Виктор. Я имел в виду другое. Столько месяцев мы были рядом в отделе мягких игрушек, и все же не осмелились. Виктор. Айрис. Кто это может быть? Постарайся избавиться от них. Да, конечно. Секунду. Привет. Привет. Помнишь меня? Нет, я в пабе. Высокий, худой, усатый. Года 3 назад. Помнишь? Боюсь, нет. Черт, здесь темновато. Так лучше. Ты сказал, что нам надо как-нибудь выпить. Я решил поймать тебя на слове, благо собрание кинообщества отменили. Вообще-то я сегодня занят. Привет, я Артур. Артур Нейм. Каких фамилий только не бывает. Ты рад мне, Викки? Видите ли, твоя жена? Нет. Понятно, не беспокойся, Викки. Меня ничем не удивишь. Простите, я сменю пластинку. Но мы поставили эту. Вот отличная, я слышал ее в пабе. Мурашки по коже и тянет в загул. Простите? Мурашки по коже и тянет в загул. Вот это музыка. Вот это музыка. Это недолго. Так получше не волнуйтесь, я подожду, пока вы закончите. Что за черт? Я открою, это мои приятели. Я рискнул их позвать. Мы рассчитывали провести вечер вдвоем. Ничего, они народ покладистый. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Экватор. Брайан Экватор. Это линия, которая делит Землю на две части. А это моя жена Одри. От нее немного попахивает, но сердце у нее золотое. По-моему, тут какое-то недоразумение. А это кто? Что? Кто эта цыпочка? Я очень симпатичная. Заткнись, сучка. Пошутить нельзя. Послушайте. Большую джина, пожалуйста. Сейчас. Ничего не трогайте. А мне 3 баночки бобов. Я же сказал, забудь про бобы, тварь. 3 банки, не больше. Закрой свою пасть. Остроумно, верно? Очень смешно. А где мой джин? А это кто? Я рискнул пригласить своего приятеля. У него только что померла жена. Он переживает, бедняга. Вы не против? Проходи. Бог мой, как здесь паршиво. Да, не блеск. Пинту джина моему другу. Как ты, бедолага? Неудобно сидеть. Неудивительно, я сидел на кошке. Я прихватил с собой одного мирового парня. Мы познакомились у Одеона. Он сексуален. Пришлось взять с собой козла. Надеюсь, он не изгадит ковер. Ну что, милашка, ты готова? Черт, она явно не готова. Я, кажется, описывался. Козел наложил кучу. Убирайтесь! Все до единого! Пошли вон! Простите? Убирайтесь! Я не потерплю в своем доме всяких извращенцев! Я даю вам полминуты, потом я звоню в полицию! Мне что-то не нравится твой голос. Надо бы спеть!